В среду в Самарской области будет малооблачно, пройдут грозовые дожди. Температурный градус еще чуть понизится, днем плюс 21, плюс 26, ночью 17-19 выше 0. Ветер преимущественно западных направлений, скорость 1,4 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь с грозой, днем плюс 25 градусов, ночью плюс 18, ветер юго-западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, небольшой дождь, гроза, плюс 24 градуса в дневное время, ночью 18 выше 0. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, дождь, гроза, дневная температура 22 градуса тепла, ночью плюс 19, ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.